В актовом зале 10-го корпуса СГУ те, кого называют инноваторами и двигателями прогресса, наряду с ними и те, кто еще только готовится сделать свои первые открытия. Здесь начинает работу инновационный форум, включенный в основную программу мероприятий, приуроченных к 80-летию Саратовской области. Именно вузы играют заметную роль в генерации и развитии передовых технологий и идей в самых разных сферах жизни государства. Площадкой для проведения форума становится Саратовский национальный исследовательский государственный университет, который по праву считается центром развития науки и технологий в регионе и имеет большой опыт инновационной деятельности. Сегодня в стенах нашего университета мы открываем инновационный форум. Для нас организация этого форума является очень важной. Мы гордимся этим доверием, и я уверен, что все мероприятия форума пройдут на самом высоком уровне. В первую очередь инновационный форум – это обмен опытом и идеями. Участникам и гостям представлена выставка достижений новейших разработок СГУ, те идеи и продукты, которые вышли на уровень прототипов или уже применяются на практике. Это сепарационные и мембраны для источников и накопителей тока. В том числе из этого материала можно делать также электронный материал. Программа форума – два насыщенных дня, в течение которых в стенах СГУ проходят презентации, мастер-классы, круглые столы, доклады и лекции. По словам Алексея Чумаченко, задача форума – это не только показ технологий, но и обсуждение того, как их можно масштабировать и воплощать в жизнь. У нас сейчас серьезнейшие проекты, которые посвящены новым материалам, и об этом была речь, и идет сейчас в настоящее время речь об этих направлениях. Много мы последнее время уделяем инновационным проектам, которые направлены на переработку различных отходов. Есть очень хорошие проекты, очень значимые проекты по строительству дорог, по производству строительных материалов из отходов, которые есть в Саратовской области. Спикерами форума стали и студенты саратовских вузов, которые рассказали о своих проектах и идеях. Предлагается развитие регионального энергетического рынка при помощи зеленого строительства. Идея сама, она не нова, она используется в большинстве западных стран, но при этом важно интегрировать эту идею на основе наших реалий, чтобы получить наибольшую выгоду. На пленарном заседании, открывшем инновационный форум, вручены благодарственные письма от губернатора Валерия Радаева за вклад в развитие области и подготовку высококвалифицированных кадров президенту СГУ Леониду Косовичу и ректору вуза Алексею Чумаченко.